Привет, я Ольга. Когда-то я пошла за своей мечтой, поверила в себя и начала свое творческое дело. Из самых необычных материалов я начала создавать цветы. Прямо сейчас посмотрите себе под ноги. Вы стоите на материале, из которого я создаю шедевры. Да, это подложка под ламинат. И уже потом в производство я добавила ткань и другие материалы. Вначале я рассматривала это дело как бизнес, приносящий радость людям. Но благодаря обратной связи от подписчиков я почувствовала острую необходимость делиться знаниями и опытом. Так родилось мое детище, моя страсть – международная онлайн-школа искусства больших цветов. И теперь в моих руках распускаются не только цветы, но и судьбы других людей. Я как магнит притягиваю к себе женщин, ищущих себя, направляю и веду за собой. Быть путеводной звездой – мое предназначение. Я благодарна родителям за жизнь, за то, что вложили в меня любовь к творчеству, смелость и желание служить людям. Жаль, мама не видит, какой я стала, как расцвела и как помогаю расцветать другим. Я и дальше буду сиять, проявляться через творчество, вдохновлять и мотивировать других на яркую жизнь, вселять веру в себя, нести красоту в этот мир и любовь. Я и дальше буду примером женщины, которая сделала себя сама. И несмотря на успех в бизнесе, буду стремиться к гармоничной жизни. Я и дальше буду любящей женой и мамой. Ведь семья – мое самое большое богатство, моя опора и поддержка.